Так. О, артефакт. Сколько же мы гонялись за кусками этого артефакта. А как собрали его, так места себе не нахожу. Отлично тебя понимаю. Смотрю на него и как будто слышу голоса. Скорее бы отделаться от этой штуки. Согласен. Однако сегодня этот артефакт – важнейшее оружие во всей Вселенной. И мы им воспользуемся. Чтобы к нему еще инструкция прилагалась. А то еще свернем пространственно-временной континуум в бублик. Ну ты загнул, Тайкус. Это ж тебе не научная фантастика. Так, ну арсенал, тут все понятно, бабла-то нету. Разработка тоже все четко. Хотя, напомнить, что у нас есть. Бункеры усиливаются, планетарка, хищник. Не юзал ни разу. Клеточный реактор. Нормальная тема. Вот это я так и не заюзал ни разу, может пригодится сейчас в последней миссии. Скорость атаки, виспен, автоматический виспен, научное судно и лабораторный реактор. Наемников тоже не взять, бабла-то нету. Архив — это у нас задание. И одно осталось, последнее. Дамы и господа, сегодня канал UNN постигла тяжелая утрата. С прискорбием сообщаю вам, что вчера вечером Донни Вермиллион поступил в Кархальский центр душевного здоровья. Причины его внезапного срыва не ясны, но нам стало известно, что при поступлении в центр Донни был одет в одни носки. Он был вооружен манифестом императора Менгска и фунтом арахисового масла. Донни, мы все желаем вам скорейшего выздоровления. Тем временем место ведущего новостей займу я, Кейт Локвилл, специально для UNN. Наконец-то! Да, действительно. Моя вера в ваши способности укрепилась, командир Рейнер. Пришла пора нанести решающий удар. Используйте артефакт, чтобы нейтрализовать королеву клинков и положить конец этой кровавой войне. Начать. Инженеры устанавливают артефакт Зелнага на базе в районе основного улья. Мы стягиваем к нему последние отряды. К сожалению, придется подождать, пока артефакт наберет достаточно энергии для удара по королеве клинков. По данным фонда Мёбиуса, излучение артефакта привлекает зергов. Когда мы окажемся на месте, эти твари попытаются пробиться к артефакту любой ценой. У нас не хватит сил, чтобы отбить массированную атаку зергов. В этом вам поможет сам артефакт. Судя по нашим данным, он может создавать так называемый энергетический взрыв, который убивает всех зергов, находящихся в радиусе его действия. Ничего себе. Единственный минус – после использования артефакту требуется некоторое время на восстановление энергии. Вызвать энергетический взрыв можно вручную. К счастью, частота излучения не влияет на человеческие организмы, поэтому для нас оно безвредно. Как бы то ни было, сейчас нам понадобится любая помощь, генерал. К тому же, Керриган все еще ждет нас в гости. Да-да, я сегодня и шею помыл. Ставки сделаны. Зерги могут быстро переслать подкрепление через канал Нидуса. Поэтому уничтожайте через Нидуса как можно скорее. Вы принесли мне артефакт. Как мило. Не придется собирать его по всей Вселенной.
Приближается крупная группа зергов. Стольких нам не сдержать. Придется использовать артефакт. Неплохая защита. Но не более того. Мои войска неисчислимы, а ваши тают с каждой минутой. Исход очевиден. Да ладно тебе сейчас. Чего пугаешь? Командир, зерги вот-вот пойдут в атаку. Вам нужно как можно скорее усилить оборону бункерами и дополнительными войсками. Сейчас. Если ситуация выйдет из-под контроля, используйте энергетический взрыв, чтобы очистить базу от зергов. Энергия восстанавливается довольно быстро, поэтому используйте артефакт, как только посчитаете нужным. Я батер! Только здесь. СМ готов! Меня на всех хватит! Задавим их интеллектом! Где болит? Без проблем. С удовольствием. Приказы будут? Отлично! Так, командир. СМ готов. О, случай запущенный. Что у нас есть? Лабораторный. СМ готов. Сразу пристраиваем. Так, что тут? СМ готов. Кажется, что быстренько этих стоит. Пристройка завершена. Пристройка завершена. СМ готов. Так, бункеры забиты, но мне кажется, самые крутые бункеры с призраками, поэтому призраков делать. Ваши войска атакованы. На связи. СМ готов. СМ готов. О, нормально. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. СМ готов! Ваши войска атакованы. Ваши войска атакованы. А чё бункер-то сломается сейчас? Кого подлатать? А? Так скажи. СМ готов! Чинить-то бункер надо. Есть работенка. Сюда. Ваши войска атакованы. СМ готов. База атакована. Ваши войска атакованы. СМ готов.
Улучшение завершено. ТСМ готов. Улучшение завершено. Так, пока нормально. Академию надо построить. А? Чего пугаешь? Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Нидуса. ТСМ готов! Спокойно. ТСМ готов. База атакована. Не снимаю от скуки. Где бы на передовую? На передовую, вот сюда иди. Легко. Что с наемниками у нас? ТСМ готов. Огоньку. База атакована. Требуются дополнительные хранилища. Хранилище. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Нидуса. Улучшение. База атакована. Улучшение завершено. Требуются дополнительные. Кого спалить? У меня уже пушки чешутся. Ты кто? Кому навешать? Я уже заждался. Хранилище он хочет. Вот зараза. Кого подлатать? База атакована. Ага. Да, да. Ну да, конечно. Здесь нельзя строить. Здесь нельзя строить. База атакована. База атакована. Я тут! Не промахнись! Я царь-пушка! Ханс на марше! Тревога. Обнаружено пси-излучение класса 12. Приближается королева клинков. Устала я управлять своими малышами. Придется разобраться с вами лично. Тревога.
активность. Приближается черт Мариса. Ты пожалеешь об этом. Мы отбросили ее. Так держать. Зараза, ну что, бункер мне сломала? База атакована. Улучшение завершено. Ваши войска атакованы. База атакована. База атакована. Что происходит? Тор уже тут! Тор уже тут! Познай силу грома! Так, тут... Небо на передовую! Я воронку делать буду! Что стряслось? Где болит? Похоже, ты здесь. Как самочувствие? Полагаю, всем выживаю. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Вам направляются надзиратели. Приготовьте системы ПВО. Улучшение завершено. Что такое? Вооружен и опасен. Кому навешать? Что за цель? База атакована. База атакована. Что за спешка? Неужто? Запас энергии артефакта полностью восстановлен. На помощь! На помощь! Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Я вышвырну вас со своей планеты! Атакована. Тревога.
Алиса. Керриган исчезла! Ребята, вперед! Приказ понял. Призраков настроек. Сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Поехали! Обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. И зачем вы сюда явились, недоумки? Да ладно тебе, ну что ты сразу ругаешься? Так, призраки. Требуются дополнительные хранилища. А, понятно, два последних получается. Наши ПСМ атакованы. Она снова отступила. Держим строй. Что это было? Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Хотите приближается червь Медуса. Мне не нужны напарники.
Месторождение мира. Призрак явился. База атакована. Покинуть корабль. Сейсмическая активность. Приближается червь Недуса. Я царь Пушка! Призрак явился. Изнываю от скуки! Куда стрелять? Небо на передовую! Слушаю! Чем порадует? Уже в пути! Что такое? Положись! Сколько можно сидеть без дела? Требуются дополнительные хранилища. Небо на передовую! Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Недуса. Ложись! Я тут! Что я, кстати, настроил? Так, наши еще где-то есть. Арсенал. Восстановлен. Как скажешь. Месторождение обнаружено пси-излучение класса 12. Королева клинков возвращается. Глупцы. Вы даже не представляете, в какую игру ввязались. Прекращать огонь!
тут, в принципе, неплохо, вот с этой стороны вообще бот. Все нормально прям. Призрак явился. Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Улучшение завершено. Месторождение минералов выработано. Улучшение завершено. Улучшение. Призрак явился. Улучшение завершено. Полный вперед! Сколько можно сидеть без дела? Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Сидеть! Куда стрелять? Положись на меня! Призрак явился. Да, командир? Тревога. Зафиксирована сейсмическая активность. Приближается червь Медуса. Артефакт почти заряжен. Продержитесь еще немного. Да там целая минута 40 секунд еще. Царь пушка! Требуется дополнительный проверок. Месторождение минералов выработан. Один только выжил. Не сдавайся. Я слышу голос Сары. Она теряет контроль. Запас энергии артефакта полностью восстановлен. База атакована. Thank you.
еще. Артефакт полностью заряжен. Сейчас или никогда, генерал. Давай. Потери, войска, минералы. Так, что там? Взрывы. Ну, единиц убитых 254, это значит уже ачивка сделается. Только если уровень боец будет. Не больше одного взрыва, вот это жестко. Слышали. У вас есть приказ, мистер Финдли. Выполняйте. Дайкус, какого черта? Это сделка с дьяволом, Джимми. Ее смерть — моя свобода. У нас всегда есть выбор. Да, жаль. Прибил дружка, короче. Джим? Я здесь. Все хорошо. Это типа компания кончилась. О, отменили. Так, компания завершена. Последнее. Так, отражение зерга восстановлено. Королева веков. Но это два человеческий облик. Став сарой Керриган. Победа далась нелегко. Тайкус Финдли погиб, а Артур Мернц так и не был свергнут.
дальнейшей судьбе Сары Керриган и Роя зергов расскажет следующая глава компании StarCraft 2 Heart of the Swarm. Сердце тьмы или что, хер его знает. Так, продолжить она. А, нет, это меню выбора было. Архив. Значит, выходим. 37% достижений. Ну что, для новичка нормально. И Heart of the Swarm, второй эпизод. Архива нету. Новая компания. Новичок.